Добрый день! Сегодня мы будем готовить мясо, говядину. Вот она постояла в воде, вода стала красной. Да. И мы в холодной водичке ее сейчас промоем. Холодная, да, водичка? Да, все промоем. Ну, давайте мы вот тазик. Да. И помою его хорошенечко. Пусть Ева тоже помоет. Вот. Чтобы она почувствовала, как это моется кусочек мяса. Дай. Вот такой вот кусочек. Мы моем хорошенечко. А морковь надо делать? Да, мы сейчас все делаем. Так, все. Помыла. И вот в тазик его выкладываешь. Чтобы водички как можно меньше было теперь. Сольем воду. Да, чтобы водички было уже меньше. Вот мы сейчас вот это все выльем. Вот. И на... Вот. Сейчас мы будем сначала разрежем на кусочки. Вот. Сейчас я покажу. Берем этот кусочек. Вот. Нет, и смотрите, вот поперек. Вот у нас мясо вот так. Да, нормально. Вот. И вот волокна, видите как? Надо вот так его резать. Можно я попробую? Аккуратно держишь кусочек. И будем на не очень большие вот такие кусочки. Смотри, аккуратно. Так, пальцы, 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 пальцы. Держишь, хорошо. Теперь Поля пусть отрежет. Да? Туда, туда выбрасывай. Теперь. Да. Да. Аккуратно держи, чтобы оно... Вот такой кусочек можно пополам еще разрезать, да? Угу. Так? Да. Вот так, можешь еще даже на два кусочка. Ну, вот так, на один хотя бы. Вот. Нормально. Дайте по два, вот сейчас я еще открываю. Хорошо, еще давай еще один раз. Так, пальчики потом бери. Еще два. Да. Держи хорошо только пальчики. Это за пальцы три. Из-за того, что я один сделала, ты хорошо. Хорошо, давайте. Сейчас еще разрежем. Три можно. Да. Так. Все, туда его. Держи. Туда в тазик. Теперь давай. Хорошо держишь. Только не так тонко, а то оно сейчас летит ножик. Да, ножик дави вот туда. Вот. Дави, 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 дави. Я думаю, то, что там хрящ. Он такой тоже так думаю. Держи, срежь. Так. Теперь этот кусочек да, разрезаешь. Вот а, ну, это... Оно просто может быть да, не доразмерилось. Вот давай, режь. Угу. Ничего, ничего. Давай. Так, пальчики аккуратно. Так, еще ножик от себя старайся держать. Угу. Угу. И еще на один или так? Так, все, теперь держите, я тоже хочу. Дайте мне. Да. Мне тоже надо. Прикольно, да? Так, берем. Старайтесь вот давить туда, чтобы он не соскочил ножик, да? И тоже разрежу на несколько кусочков. Чувствуешь лед? Ну, желательно, чтобы... Ладно, это... давайте по одному. Сейчас да. Баба еще порежет. Профессионал. Так. Так, вот держи. Сейчас мы уже вот так его положим. Вот так вот это режем, потому что оно будет скользить. У нас запись идет. Чайку наливайте, пожалуйста. Ну, да, правда, да. А что теперь? Крупная такая. Так, хорошо. Тихо-тихо. Хорошо, держите аккуратно ножик. Все, Поль, сейчас я. Еще она разрежет на кусочки. Да.
Начинаешь снимать? Все, снимаем, да? Начинай. Хорошо. Вот, берем вот так, я тебе покажу, как морковочку. Вот так вот вдоль сначала режем вот такие вот. Вот, пальчики, чтобы раз, вот так вот. Нет, вот так вот раз. Понятно? Угу. И вот так вот. А потом уже будем вот так, 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 так. Вот это уже сейчас... Сейчас. Можно немного. Меньше надо было. Ну, сейчас мы исправим еще. Пока. И мешаем морковочку сначала. На сильном огне. Так, сюда и постоять. Пускай дальше жарится. Сейчас будем лук туда отправлять. Вот видите, она чуть-чуть уже стала другого цвета. Нет, сейчас мы будем это лучок. Лучок. Давайте лучок в одну сначала. И отправим сейчас в сковородку. Можно лучок. Я сделаю? Давай. Отправляй. Да. И мешать надо. Так, все. Мешаем. Мешаем. Сейчас, сейчас, да. Лук с морковочкой мешаем. Так. А, где течет? Обжаривается у нас на сильном огне. Сейчас поменяет цвет. Поменяет, разогреется хорошо. И сейчас мы будем мясо уже запускать. Сейчас уже немножечко желтенький цвет появляется. Сейчас мы будем с вами мясо. Сейчас мы мясо. Давайте мясо сюда. Тоже туда? И мясо опускаем. Прямо так руками, да, по это туда. Аккуратно кладите, что-то. Чтобы не обрызгаться. Не обрызгаться, давайте аккуратненько. Да, молодец. Можешь мне поаккуратнее? Опускаем. Давайте. И быстро нам будет мешать. Ой, давайте опять. Побыстрее, чтобы это побыстрее, потому что мешать надо уже. Побыстрее выкладываем. Все туда выкладываем. Сверху. Все, да. И будем быстрее мешать это все. Надо мешать, чтобы все. Да. Теперь берем большую ложку или вот это вот. И мешаем. И мешаем быстрее, чтобы цвет мяса поменяло. Мясо. Вот видите, оно становится такое серое, да? Так, давай ложкой на. Вот, ложкой удобно. Сейчас уже. Вот там же меняется. Так, меняет цвет, чтобы оно меньше жидкости, а больше вот. В общем, оно должно жариться. Не вариться, а жариться. Оно должно ложкой, давайте ложкой. Давай специи. Пока нет. Сейчас мы должны, чтобы мясо все поменяло цвет. Вот оно таким стало, вот коричневым. Все пригодится. Сейчас мы это все отдельно сделаем и зальем наше мясо. И оно будет тушиться. Крышка, да? Уже тогда под крышку. Сейчас пока только нужно быстро-быстро все мешать, все, да? Чтобы все мясо стало сереньким, чтобы красного не было. Так? Так прям все переворачиваешь, чтобы оно все вот в этом вот обжаривалось. Ну, чем больше сковородка, тем
быстрее оно вот эти вот поменяет цвет, да? Оно у нас получилось много мяса, поэтому ему труднее жариться. Ну, сейчас мы сделаем вот это, зальем мясо, и у нас будет перерыв. Вот это важный момент. Слышите? Вот это очень важный момент, когда нужно, чтобы мясо обжарилось. Понятно? Давайте. Кто мешает? Так, кто мешать будет? Ну, больше глаза болят. Давайте, 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 мешайте. Меня уже не болят. Мешай. У меня собой. Ничего. Так, мешаем, мешаем мясо, мешаем, переворачиваем. Мешаем, мешаем. Переворачиваем. Это важный момент. Здесь нельзя отвлекаться. Сейчас подожди, мы сейчас сделаем соус. Сейчас сделаем соус и зальем мясо. Знаешь? Ну, хорошо. Сделали? Ну, отлично. Так. Все, видите, у нас, посмотрите, у нас мясо уже стало другого, да, цвета. Правильно же, майонез. Мы сейчас добавим немножечко. Сейчас все откроем. Масло немного сливочного для вкуса. Давай. Сколько? Так, здесь у нас лук, по-моему, да, Стас? Ну, давай да, другой. Так вот? Мне глаза ничего не вижу, так вот? Да. Я добавь, туда? Да, туда масло. Все, ну, здравствуйте. Здесь можно сразу же соус делать, да? Да, сейчас мы будем соус делать. Вот сейчас я дам вот такую. Вот, вот сюда. Вот, нет, подожди. Нет, майонез мы не будем добавлять. Нет. Нет, нет, нет. Мы с мамой с майонезом еще делаем. Это другой совсем рецепт. А это для курицы, по-моему. Да. Сейчас придет. Соевый соус, да, пока что наливать. С кипятком, да? Даже чайник недавно кипел. Скажи, когда все. Так, сейчас мы нальем немного-немного водички. Где у нас человек еще один? Поля ушла, мне глаза болят. Так, наливаем соевый соус, ложку. Давай. Давай. Помидор. Вот. Поля, ты что? Давай ложку, даже две ложки. Раз, два, хватит. Раз, все. Да. Ну, томатную пасту. Томатную пасту на ложечку. Одну? Нет. Две больших. С корочкой, да? Да, да, еще, да. Да. Так. Хватит, 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 хватит. Давай немножко разбавим водички. Мешать? Мешай. Дальше. Соль. Соль. Так, сколько? Давай, нет, пол ложки, давай, пол. Дай ложку. Ложку давай свою. Вот такой, соли. Перчик. Этот. Осыпь этот. Ага. На ложку насыпь. Борика, да все? Угу. Не сыпется. О, хватит. Ой. Хватит, хватит, хватит. Так, две мяса, приправу всю высыпаю вот эту, и еще мы вот отсюда возьмем, потому что мало уже. Это здесь уже все высыпай. Сейчас, а можно как-нибудь, можно сидеть на кухне? Ой. Я думаю,
А там же открыто. Она просто, она не очень удобна. Сейчас. И без ложки. Так, еще. Подождите. Сейчас, здесь еще, это у нас чеснок. Подожди, Владик, сейчас. И вот этот вот еще, приправа для мяса. Давай. Все прям? Ну, вот, хватит. Хватит. Перчик черный еще добавим. Все. Все. Еще, так, чуть-чуть отойдем, и сейчас добавим. Все, мешай. Разве так должно быть этот кайф? Все. Давай, заливаем. Заливаем наше мясо. Сейчас шипеть будет, да? Почему шипеть оно уже? Все, крышкой. Помешать. Помешаем. Ну, что-то мясо другое. О, соус вкусный. Я с ложки все попробовала. Так, и еще немножко водички. Вкуснотища. Все, уходить. Закрываем. Время смотрим. 15 минут. Убавляем газ. На медленное. Да. Закрываем крышечкой. Все. Продолжаем готовить. Сейчас пол ложечки соли. Да. Ой, нормально? Это, конечно, многовато. Пол ложки высыпем. Вот. Достаточно. Опускай соль. И теперь макарончики туда. Макарончики высыпаем. Да? И что мы с ними делаем? Мешаем, да? Чтобы они не прилипли. Наш гарнир будут макарончики. Так, Ева. Надо помешать, Ева. Ты макароны варила? Да? Так, сейчас закипит и убавим, да? А в это время мы сейчас с вами будем мясо проверять. Кто будет проверять? Открывай. Аккуратно. Сюда поставь крышечку. Сюда. Или туда. Сюда. Да, поставь. Берешь, нет, ножичек. Вот этот. И протыкаешь мяско. Можно кусочек достать на тарелочку, сейчас. Чтобы его ложечкой можно. Давай сюда. Ложкой можно. Сейчас. Давай сюда положи кусочек. И попробуй его. Хорошо оно протыкается? Да. Хорошо, видишь, оно очень сварилось хорошо, да? Все. Теперь нужно попробовать на бульончик, на соль, на этот вкус. Чуть-чуть, прямо вот капельку, потому что соль нужно тогда добавить, если... Так, и по горячей подуй. Ой, нормально. Нормально? Так, значит, мы промоем. И сейчас... То и все мы сделаем. Макарончики надо мешать, да? Мешай. А мясо, вот посмотри, Ева, видишь, какое оно? Видите, у нас бульончик пока такой вот, он жиденький, да? А мы сделаем, чтобы оно было такой немножко густенький. Угу. Да, мы сейчас вот это сделаем все с вами. Вот мясо уже у нас готово. Макарончики мы убавим газ. Пусть они уже... Вот. А в это время берем, вот у нас водичка уже. И не так, а берешь этой ложечкой. Бери ложку полную.
полную ложку. Давай, вот сюда водичку. И мешай, 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 чтобы не было комочков. Старайся. Можно немножечко подсолить. Там... Ой, соленый это точно нормально, да? Все, попробую. Но все равно чуть-чуть можем. Мешай, мешай, мешай. И сейчас мы... Так, все, давай ложку сюда. Вот. Нет, все. А вот мы, знаешь, как мы через это сечечко будем... Так, ложку уже... Вот, держи тогда сечечко. Вот. Его. Вот через ситечко выливай. Вот. А теперь мешаем, мешаем само мясо, чтобы этот быстрее, да. Ситечко можно убрать уже. Аккуратно помешиваем. Ты поглубже старайся, вот так глубже перемешивать, чтобы не брызгать, у нас. Вот, и два листика вот эти брось туда. Вот эти два листика туда. Аккуратно бросай. Угу. И все, теперь у нас последнее вот это все будет дотушиться чуть-чуть. И все, у нас мясо будет готово. Все, я пойду. Да, пока. Про макарончики не забывайте. Хозяйки молодые. Учатся готовить. Мясо у нас чуть-чуть пусть еще попарится тут. И скоро все будет готово. Вот у нас все готово. Макарончики накладываем, готовое блюдо, гарнир. И сейчас, давай, Ева, вот, ну, еще ложечку. Иди сюда, иди сюда. А ты будешь мясо. Все, поставь сюда тарелочку. Вот, а теперь ты сюда мясо уже. Мясо с бульончиком. Давай, накладывай несколько кусочков тоже в тарелочку. Пусть она там стоит. Еще кусочек. И еще кусочек. И на это бульончик побольше. Бульончика побольше. Вот еще кусочек мяса можно. Еще бульончик полей, попугостить. Еще бульончик. Вот сами будете пробовать бульончик еще. Так. Вот хозяюшки приготовили. Ну, все на пробу. Выключаем. Вот так у нас получилось такое мясо. Макарончики. Вот такое готовое блюдо. Да? Ну, зови папу. Можно ему кушать сами. Папа.